Я Вера Водопьянова, это программа «В теме», все, о чем говорят сегодня. Итак, покажем первые шаги легенды британской поп-музыки группы «Блю» по московской земле. Welcome to Moscow. Я очень хочу спать, выпить водки и спать. Британский бойс-бенд «Блю» прилетел в Россию. Анна Седокова и ее фоточка в Инстаграме с красавцами из группы Blue. А это саундчек легендарного бойс-бенда перед выступлением на Big Love Show в Питере. Ну и прямо сейчас кадры теплой встречи британцев с нашей съемочной группой в аэропорту Шереметьево. Как истинные британцы, участники группы Blue не опоздали даже со своего рейса ни на минуту. И как истинные джентльмены не оставили без внимания ни одну свою фанатку. Ну не кумиры, а мечта просто. После концерта в Санкт-Петербурге и перелета в Москву парни держатся бодрячком и только нам признаются. Я очень хочу спать, выпить водки и спать. Кому горячительные напитки для бодрости, кому просто кофе, ну и покушать. А купите мне кто-нибудь эту печеньку. Ровно 10 лет назад эти красавцы буквально взрывают шоу-биз вот этим хитом. А потом своей совместкой с реальным Блю легендарным Элтоном Джоном. Теперь у них и альбом новый, и гастроли, а в Россию англичане прилетают натурально на крыльях любви, чтобы выступить на Big Love Show. Мне кажется, Россия полна сюрпризов. Я хочу все сюрпризы, я хочу все увидеть и попробовать. Как вам русские фанаты? Вы знаете, да у нас взаимная любовь. А что, для кого-то это, ну, просто идеальный день всех влюбленных. This is Marina. И Стас Шляпников. And what is it? Программа в теме. Программа в теме.